Всем привет, друзья! Вы на канале Обезьяшки. Сегодня я буду делать поделку в школу из овощей. А с каких овощей будешь делать? С картошки и с морковки. А с морковки ты будешь кого делать? Жирафа. А с картошки? Хрюшку. Хрюшку, поросенка. Ну, а ты же не один, наверное, будешь делать? Тебе будет кто-то помогать? Да, мой брат Прохор. А еще? Мама. Самое главное, это мама будет делать, а остальные будут так участие принимать, да? Нет. Нет? Ну что, начнем? Готово. У нас осталось Мирону. Я помогу. Делаем ножки. А я тебе сейчас я покажу, ты сделаешь маленькое. То, что я тебе помогу. Смотри, теперь вот эту вот ножку разрежь вот так вот наполовину. Просто держи вот так вот и режь. Вот. Ну что, друзья, все мы продолжаем, экспериментировали, не знаем, как нам поставить, нашли такую штучку здоровскую, вот, и будем сейчас делать на ней. И решили мы, что жирафу тяжело нам стоять, он у нас будет отдыхать, лежать. Правда, Мирон? Сейчас мы его приклеим, Мирон нам капусту шинкует. Сладенький. Да, жираф? Ну, все, наверное. Ну, я думаю, что очень красиво у нас с тобой получилось. Как, друзья, вы думаете, вам понравилось? Клево или нет? Вот такая... Чем больше лайков, чем больше видео. Да, вот такое клево у нас получилось, да? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока! Вот такая у нас клево получилась. Смешная. Пока.